Недавно засунул руку в сумочку своей девушки и обнаружил там остатки бывшей. Ведь женская сумочка таит в себе множество тайн, возможно, превосходящих даже Бермудский треугольник. Насколько храбры наши блогеры? Смогут ли они объяснить этот феномен человечества? Ну, я имею в виду в женской сумочке. Женская логика и женская сумочка. Две вещи, которые ни один мужчина-ученый не может объяснить. Ну и в принципе никто и не лезет в женскую сумочку, потому что неизвестно всегда пугает. Но действительно ли ни один мужчина не разбирается в том, что находится в женской сумочке? Давайте проверим. Ну и в этой номинации участвует обладатель самой популярной локации для потери вещей, таксист Русик. Здравствуйте. Приветствую. А противостоит ему наш друг, наш брат, наш хайнага, бзин, жезде, наш баур, бас куда. Встречайте Маке плюс 100-500. Йоу, здорово. Ну что ж, мужики, я думаю, задача ясна. Поехали. В женской сумочке нечто похожее на полицейский жезл. Такое же твердое, упругое. Ты можешь руками на ощупь понять, полосатое это или нет? Нет, это с крышечкой. Это с крышечкой. Перцовый баллончик, я бы сказал. Да? Ну ты не нажимай. Да, я на всякий случай не буду, но мне кажется, что это дезодорант. Ну давай, смотришь? Доставай уже. Что это, дихлофос? Я не знаю, что это написано, варнинг. Это дихлофос от Голубая таракан. Энергия. Что это такое? Warning, this can... Сейчас, где? Highly flammable. Это что-то Что это? Это я не знаю, это... Это что-то возгорающее? Это газ. Это зажигалку заправлять. Я бы не додумался. Посмотри, что у Русика в барсетке. Можешь попробовать пощупать, может, там на то лежало. Я нащупал странную штуку. Я предполагаю, что это рулетка. Для измерения жезла. Таиландская девушка там. Вот, да, я рулетка, смотри. Мне кажется, это просто релакс-машинка. Вы же знаете, кто дальше вытянет, и она не погнется. Не, мы такого не знаем. У наших родителей были деньги на игрушки, братан. Может быть, нет. Это знаешь, это... Алло, подожди, мне звонят. Но мне нравится цвет, видишь, это в стиле Билайна это все сделано. Понятно, это реклама, интеграция. Я вот не знаю, что это такое, вот это реально не знаю, что это. Давай. Я предполагаю, может быть, это в женской сумочке лежит стамеска. Really, nigga? Стамеска. Это стамеска? Нет, это нож. Это может быть ножик? Это просто нож. Это нож. А то, что я нащупал, оно в этой пластиковой полиэтиленовой упаковке, это похоже на пилочку для ногтей. Угу. Поэтому я думаю, что это пилочка для ногтей. Давай. И это пилочка для ногтей. Замечательно. Ты сейчас так показал, как магазин на диване. Да. Это пилочка для ногтей. Этот лот замечательно инкрустированный никакими бриллиантами. Как видите, нет бриллиантов. Не страшно потерять данную пилочку. Не страшно, если она сломается. И знаете что? Я, кстати, ненавижу, вот когда вот мне прям... Самое простое. Берешь, короче, об палас вот так пальцы как-нибудь остачивается, просто ногти, и все нормально. Че, прейзики нашел? Я знаю, что у меня в руке. Так, это? Ничего. Серьезно? Вот эта петарда там лежит? Женская петарда? Да нет, это помада. Это помада. Если представить, что твоя рука – это собака. Да. Да ну хватит туда. Подождите-ка, давайте-ка. Нет, вы нам не подходите. Я не знал, что это. Короче, я нащупал таблетки. Я должен угадать таблетки, которые я нащупал. Типа гастал, знаешь, там, мизим. Мирамистин. Таблетки мирамистин. Короче, ну это таблетки, и я предполагаю, что это гастал. Гастал. Нет, это аскорбиновая кислота с глюкозой. Ну это очень нужная вещь. Она просто, может, хотела другой кислоты, типа, знаешь, ну типа ее не поняли, и дилер перепутал, знаешь, он походу сам был под кислотой. Под аскорбиновой. Я не знаю, что такое, кажется, мы не угадаем. Да? Ну это какой-то... Ну-ка, подожди, давай двойничок пощупаем. Господи. Тряпочка. А, это спонж. Это спонж. Это спонжик. Вообще, она очень прикольная штука. Да, это прикольная штучка. Если, то есть, как бы, то есть, ты хаваешь таблетки, и потом стоишь, и она такая прикольная на ощупь. Реально прикольно, кстати. Это либо жвачка, либо набор записных этих бумажек, либо, а что еще это может быть? Стикеры? Да, это жвачка. Ой, я такую даже не видел. Это ваша какая-то местная жвачка? Да, это наша местная жвачка из России. Пахнет кошками. Просто берешь и достаешь. И говоришь. Это носовой платок. Я предположу, что это очки.
Так, хорошо. Так, смотри, короче, это такая штука, которая в волосы засовывают. А, это которая дульку делает? Как, не дульку? Как это называется? Так, херня для пучка. Да, да. Или, или этот, или шарфик для пи***та. Ну, одно из двух. Шарфик для пи***та. Здесь есть прорезь посередине в этой коробочке. Салфетки. Нет? Но такие маленькие, думаешь? Ну, давай, давай салфетки. Что это? Это волосы. Волосы на глаза? Это волосы на глаза. А, это волосы на глаза. Накладные. Волосы на глаза мне, да. Мы не умеем просто этим пользоваться. А, вот. Вот это как раз-таки и есть монобровь. Так, ну хорош уже играть. Положите на место. Не для вас. Крем какой-то. Это, походу, крем. Это крем для рук, комплексный крем, защита и увлажнение вашего 24 часа. Удобный аппликатор. Замечательно входит в шарфик для... Вот. Невкусно. А я только что лизнул, и у меня такое ощущение, как будто я мамины руки поел. Знаешь, у мамы... Поел! Поел мамины руки. Две тряпочки. Одна, о, чтобы, одна для мокрой уборки, а вторая для влажной. Вот. Это носочки. Это не просто тряпочки. Это один носочек. А что самое удивительное, носочек цвет рулетки. Я говорю, это подруги. У кого-то он немного влево смотрит, у кого-то немного вправо. И все, и они вот так, пара вот сохранена. Вот, и все, и можно играть в сокс. Да, вот. Базара нет вообще. Это он, да, это Honor 10. Похож на Honor, или нет, не Honor 10. Ну, прикольный, кстати, телефон такой, красивый, да? Смотри, с тремя камерами. Вот еще одна камера вот еще одна камера тут, и вот тут камера. Покупайте в салонах Билайн. Мне, кстати, цвет очень прикольный. Ты на Буратино стал похож такой. Карандаш. Карандаш? Карандаш. Это карандаш. Какой смешной предмет. Прекрасненько, давайте, да. Испачкал. Ладно, короче, лак для ногтей. Дай понюхать, я обожаю, как он пахнет, да? Серьезно. Я прям кайфую от этого. Тебе прям нравится? Да ты наркоман, братан. Да, банковская карточка. Да что это за карта такая клевая? Это что такое? Вот такие видели когда-нибудь карты? Да, да, это карта Билайн. Конечно же. Да, все, там типа ничего нет? Ну, хорошо. Женщины победили. Женщины победили, да. Ну что ж, мужики, вам огромное спасибо за то, что вы пошли поистине на героический поступок и доказали всем мужчинам, что это не так уж и страшно. Ну а кто же победил? Кто же победил? Голосуйте на нашем сайте и шлите нам деньги. Ну что ж, голосование идет полным ходом. А что необычного вы находили в женской сумочке? И не забывайте делиться этим в социальных сетях. Ведь с тарифом совсем все от Билайн. Все соцсети безлимитно твои. Это совсем все от Билайн. Делаем интернет лучше.